Алло. Здравствуйте, сэр Дуракя. Здравствуй. Все в порядке? Что с твоим голосом? Уже вечер. Ты где? Вы сегодня с работы вернетесь пораньше? Да, да. Ты чего плачешь? Что случилось? Я все расскажу, когда вы вернетесь. Хорошо, хорошо. Через час закончу работу. У меня для вас замечательная новость. Какая хорошая новость? Когда придете, я все расскажу. Ладно, увидимся. Угу. Хорошо. Фарида? Фарида? Что это? Точно? Вы знаете, сколько я ждала этого дня? Наконец, я тоже стану матерью. У нас будут маленькие дети. Не понял. Ты что, смеешься надо мной? Я же хорошо знаю, что ты не можешь забеременеть. Я говорил с врачом. Он мне сказал всю правду. Ты не вешай мне лапшу на уши. Иди и кому-нибудь другому расскажи эту сказку. Что это значит? Я вас обманываю, так? Хотите позвонить врачу и спросите? Сэр Дуракя, я снова и снова просила перепроверить. У меня трехнедельная беременность. Что? Какая польза мне обманывать? Сэр Дуракя, вы знаете, сколько лет я ждала? Именно это стало причиной развода с бывшим мужем. Одно не забудьте. На этом свете будет, что скажет Бог, а не то, что скажут врачи. Избавишься. Почему? Поняла. Вы женились на мне, зная, что я не могу рожать, да? Если бы вам стало скучно, бросили меня, правильно? Говорите! Я сказал тебе, избавишься! Фарида... Если твоя жизнь не получилась, это не значит, что и мою жизнь надо ломать. Ведь я помолвлен, ты знаешь. Фарида, пойми, ребенок для нас сейчас лишний. Пусть пройдет 2-3 года, у нас еще будут дети. До этого и свои дела налажу, Фарида. Не надо меня упрекать тем, что у меня жизнь не получилась. Я в этом не виновата.
что я не имею права жить счастливо, как другие женщины. Сквозь тьму стал виден свет. Я думала, что буду идти на этот свет, наполню этим светом свою жизнь. А вы говорите, чтобы я избавилась? Я не могу этого сделать. Сэр Дуракя, вы знаете, я только живу ради вас. Если надо, буду делать все, что скажут ваши родители. Я на все согласна, только... Только не просите этого. Ты, девочка, глупая, что ли, а? Какие родители? Что значит «сделаю все»? Думаешь, что говоришь? Я не буду признавать этого ребенка. Кто знает, что было в этом доме, пока меня нет? Что? Вы еще меня в измене обвиняете? Хотите, после рождения ребенка сделаем ДНК? Я ничего не делала постыдного перед вами. У меня чистая совесть перед вами. Короче, я что хотел, сказал. Избавься от ребенка и сообщи мне. До этого забудь про меня. Пока. Я не могу этого сделать. Прости меня. Дорогой, вы бы поговорили со сватами? Зачем нам тянуть со свадьбой? Можно назначить на следующий месяц. У нас условия хорошие. Правильно говоришь. Столько лет прожил, и первый раз из твоих уст выходят умные речи. Да, тоже мне. Ну и шутки у вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я скинула вам локацию адреса. Хорошо, сейчас приеду. Хорошо, буду ждать. Ладно. Здравствуйте, прошу. Добро пожаловать. Не устаете? Спасибо. Покажите мне платье из самой последней коллекции. Угу, хорошо. Сейчас наши многие девушки надевают вот это платье. Но они немного открытые. Вам будет неудобно. А вот это платье шито в немного закрытом образе. По-моему, вам очень подойдет. И в день свадьбы вы не будете себя чувствовать некомфортно. Нет, мне больше понравилось то. В стиле классика уже не модно. Хорошо, но ваш супруг не будет против? Я возьму то, что мне понравится. Не буду поступать по желанию других. И вы тоже. Чем много умничать, делайте свое дело, хорошо? Хорошо. Идемте, покажу вам платье на этой стороне. Вот это платье из нового поступления. Многие девушки выбирают его. Очень красиво шито, смотрите. И фасон необычный. Если вам подходит, и если хотите, можете примерить. И камни красиво пришиты, смотрите. Если хотите, можете примерить. Если не понравится, я покажу вам другие платья. Присмотритесь хорошенько. Выглядит неплохо. Вам понравилось? Если хотите, у нас и на этой стороне...
Нет, мне понравилось. Я примерю. Эй, я вам говорю. Здравствуйте. Как добрались? Здравствуй. Спасибо. Смотрите, это платье мне понравилось. Что скажете? Красивое, да? Я хочу примерить. Мне не понравилось. Тогда давайте выберем другое. Здесь я не вижу ни одного платья, которое бы мне понравилось. Пошли, пойдем в другое место. Все в порядке? Да, в порядке. Что случилось? Ой, везде беспорядок. Посмотрите на обувь. Когда в этот дом придет невестка и возьмет с моих рук всю работу, а? Эх. Кто там? Кажется, Насиба пришла. Сейчас, сейчас иду. О боже, когда в этот дом придет невестка и возьмет из моих рук все дела? Сейчас, сейчас иду. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, кто вам нужен? Это дом Сардораке? Да, дом Сардора. Вы его мать? Да, мать. Заходите. Вы, наверное, вместе работаете, да? Заходите, заходите. Заходите, вы вместе работаете? Что такое? Все в порядке? Вы с утра пришли? В порядке. На работе что-то случилось? Нет, мы не работаем вместе. Вы меня не знаете. Говорите, что случилось? Знаете... Да. Я его жена. Мы... Прошли никох. Ты в своем уме? Что ты говоришь? Или ты со мной играешь? А ну быстро исчезни отсюда. Не то милицию вызову. Вызывайте. Я им расскажу всю правду. У меня на руках есть основания. Если не верите мне, вон, спросите у своего сына. Сардор! Сардор! Что, мама? Кто? Кто эта девушка? Я у тебя спрашиваю. Кто? Ты еще такие дела делаешь, скрывая от своих родителей. Я тебя воспитывала, чтобы ты развлекался с уличными девчонками, а? Пожалуйста, не оскорбляйте. Я не из тех, о которых вы думаете. Тогда кто ты? Повиляла хвостом и скружила голову моего сына. Я много таких, как ты, повидала. Шантажировать будешь других. Я беременна. Хотя бы подумайте о своем будущем внуке, чтобы он не стал сиротой. Мама, я вам все объясню. Ты опозорил нас, мальчишка! Что я скажу сватам? Ты думал об этом? Еще неизвестно, что я отец ребенка, мама. Эй! Я не верю ей. Пока не выйдут результаты анализов, я буду здесь. Если ребенок будет не ваш, без разговоров уйду из дома. Я
Я ни за что тебя в свой дом не пущу. Ты слышала? Пошла вон отсюда, проститутка. Вышла вон! Не показывайся мне на глаза! Выходи! Эй, мать! Все в порядке? А? Что такое? Тебя слышно на всю Махалю. Дорогой, ваш сын нас опозорил. Когда осталось месяц до свадьбы, он женился на этой проститутке. Да к тому же она еще и беременна. Что будем делать? Что скажем сватам? Как будем объяснять? Хватит. Успокойся. Если услышат соседи, вот тогда и будет позор. Ну-ка, зайдите все в дом. Там мы поговорим. И ты заходи. И вы заходите. Такие дела, да, говорите? Когда ты родился, я от радости зарезал барана и раздал плов все округи. Мол, посмотрите, у меня теперь есть вот такой сын. Может быть, теперь еще раз сварить плов и пригласить в Махалю, а? Что скажешь, Сардор? Пусть и они увидят, что мой сын не мужчина, а тряпка. Дорогой, не вмешивайся. Пока не родится ребенок, Фарида останется у нас. Вот тогда, если у тебя будут сомнения, сделаем ДНК. Дальше будем действовать по ситуации. Дорогой, мы же будем играть свадьбу через месяц. Как мы объясним сватам? Пусть со сватами красиво объясняется твой сын, который все натворил. Пусть сам объясняет. Сардор, пока сейчас никому ничего не говори. Мы что-нибудь придумаем. Шлюха. Ну, добилась своего? Ты этого хотела? Да? Хорошенько подумай. Еще не поздно. Оставь в покое мою семью. Я никогда тебя не признаю. Здравствуйте. Вы пришли? Вам ужин подогреть? Вы, наверное, проголодались. Не обязательно.
Я сыт. И потом, не обязательно ждать меня вот так допоздна. Да, и еще, если можно, и дома не показывайся мне на глаза, ладно? Эй, вы чего все? Как на похоронах? Что случилось? Что вы имеете в виду? Что я должна сказать этой бессовестной? Живите долго, будьте счастливы. Эй, послушай. Она тоже чей-то ребенок. Я тебе что сказал? Пока все не решится, не изви ей. Сардор, и ты чуть что, сразу не мучай ее. Знай, если она тебе предназначена судьбой, сколько бы ты от нее ни старался убежать, все равно будет выходить тебе навстречу. Ты ничего не сказал Лоле? Нет. Пока не поздно. Объясни ей все. Ладно. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Удачной дороги. Я пошел на работу. Сардор, ты не обращай много внимания на слова отца. Ничего не говори Лоле. Через 2-3 дня это пропащая своими ногами из дома уйдет. Оставь это на меня. Сделайте, что хотите. Лишь бы я избавился от нее. Я пошел. Не беспокойся, сынок. Я покажу ей, кто я. Сейчас. Сейчас иду. Здравствуйте. Проходите. Добро пожаловать. А кто вам нужен? Я тетя Сардора. Ой, здравствуйте, тетя. Отойди. Я тебе не тетя. Где моя сестра? Наверху, в своей комнате. Где оно? О, Боже. Сестра? Да. Где вы? Я здесь. Сестра? Вы здесь? Здравствуйте. Здравствуй. Проходи, как ты? Как живете? Спасибо. Не поняла. С утра сюда положила свое золото. Или туда, но положила.
Не пойму никак. Пропала. Ой. Неужели? Или положила на другое место? Послушайте меня, сестра. А в комнату эта ваша любимая невестка не заходила? Заходила убираться. Да, понятно. Проститутка. Фарида! 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 Слушай, мама. Где золото? Кое золото, мама? Утром сняла и оставила здесь. Где они? Кого ты дурачишь? А? Кроме нас двоих в доме никого не было. Где золото? Слушай, говори по-хорошему. Или положишь золото на место, или я вызову милицию, опозоришься. Мамочка, я клянусь, я не трогала ваше золото. Эй, кого ты дурачишь? Сестра, все, успокойтесь. Говори! Сестра! Фарида, выйди. Иди. Сестра, не нервничайте, все, успокойтесь. Все, успокойтесь. Я сейчас сама хорошенько с ней поговорю. Вы еще раз хорошо посмотрите. Может быть, тут положили. Эй, ты! Я же знаю, что утром я их вот сюда положила. И ты не веришь? Может, вы ошиблись, сестра? Поищите везде. Может быть, в другой комнате. Вы не нервничайте. Я сейчас с ней хорошенько поговорю. Поговори ты с этой. Здесь оставляла? Ну вот здесь же, а? Нигде нет. Вот и в нем не было. Фаридахон, посмотрите-ка сюда. У меня к вам разговор. Слушаю, тетя. Слушай сюда. Ты кем себя возомнила, а? Говори, ты еще хочешь залезть на голову моей сестры, да? Мечтаешь стать невесткой в этом доме, да? Знай, пока я жива, ты не будешь невесткой в этом доме, поняла? Поняла? Говори. И этого твоего ублюдка уничтожу, слышала? Здесь ты раб, раб ты, рабыня. Ты меня поняла? Где ты спрятала золото? Говори. Говори, я сказала. Куда ты спрятала? Говори. Ой, здравствуйте, зять. Как вы? Здравствуйте. Как добрались? Все в порядке. Что здесь происходит? Все в порядке. Мы с Фаридахон разговаривали. Вот и все. Вы сделали покупки, что ли? Давайте я возьму. А, да, вот. Вы проголодались, наверное. Вы переоденьтесь, а мы с Фаридахон будем на стол накрывать. Пойдемте, Фаридахон. Куда они запропастились? Ой. А. Здравствуйте. Дорогой, как добрались? Здравствуй. Что такое? Что случилось? Вон та пропащая украла мое золото. Везде искала, нет. Ни одного нет. Сейчас вызову милицию и покажу ей. Проститутка. Ты с ума вышла, знаешь, да? Я пошел на работу, открыл портфель и увидел среди своих документов вот это. Это твое же? Открыл и увидел, что это твое золото. Поспешила и положила вместе с моими документами.
Фарида! Фарида, говорю! Слушай, мамочка. Чего так медлишь? 2 часа уже зову. Собери все белое белье в доме и постирай. Уже давно в этом доме никто не стирал. Мамочка, сейчас у меня немного голова болит. И света нет, оказывается. Можно я постираю в стиральной машинке, когда дадут свет? Ты перечишь мне? Не возражай мне. Если постираешь на руках, не умрешь. Вон, нагрей воду на газе и все постирай. Хорошо, мамочка. Пропади ты пропадом. Сардор? Да? Ты переживаешь из-за слов Джахона? Да нет. Не из-за этого. Просто устал. Хочется махнуть на все рукой и уехать далеко. Ты же не такой был. В последнее время ты превратился совсем в другого человека. Ты не любишь Лолу. Зачем ее делать несчастной? И потом она очень избалованная девушка. А если она не выдержит трудности семьи и будет настаивать на разводе? От нее этого можно ожидать. И если ты сомневаешься в Фариде, не беспокойся. Она не такая женщина. Хорошо подумай. Мужчина в жизни в 2 вещах не должен ошибиться. Первое — в друге, второе — в спутнике жизни. Вот такие дела, мой друг. Ладно, не уставай. Увидимся. Фарида? Фарида? Фарида, говорю. Слушай, мамочка. Веревка порвалась ветром. Снова постирай белье. Хорошо? Хорошо? Хорошо, мамочка. Поспеши. Она что, терминатор, что ли? Я бы на ее месте... Все равно я тебя выживу. Алло? Насиба? Вон та, сколько бы я ее ни мучила, не уходит. Такая сильная оказалась.
Наверное, перейдем к плану «Б». Как ты говорила, лекарство называется? Что? И когда начнет действовать? Эй, самой ничего не будет? Только будет выкидыш? Хорошо. Ладно, потом еще поговорим. Послушай, пусть этот разговор останется между нами, поняла? Пока. Ты же напугала меня, не могла бы хотя бы кашлять, когда заходишь. Что ты здесь делаешь? Иди стирай. Стоит еще. Мама, в чем виноват ребенок? Это же и ваш внук. Сколько бы вы меня не ругали, не унижали, не били, я буду терпеть. Но это ваше дело уже слишком, мама. Что, вы хотите, чтобы я ушла? Хорошо, я уйду. Дай Бог, чтобы вам не суждено было увидеть внуков, слышать смех и плач их. Знаете, если вы придете за мной и попросите прощения, все равно не вернусь, слышите, не вернусь! Особенно черную. Можно заказать такую нам на свадьбу. Покатаемся по улицам Ташкента. Шохджахона позовем диджеем. Муниса Рызаева, Тахир Садыков, Райхон. Они могут приехать на некоторое время. Если надо, буду. Буду делать все, что скажут ваши родители. Я на все согласна. Только... Только не просите этого. Я вам не рабыня. Это я вам и раньше говорила. Стать невесткой не значит, что на все согласна. Она тоже имеет свое мнение. Должна делать то, что хочет сама. А не смотреть на лицо свекрови. Идемте, пройдемте сюда. Сейчас мама увидит. Отпусти меня. Зачем ты пришла сюда? Да? Твоей целью было разрушить мою жизнь? Ну, наконец, ты добилась своего. Фарида? Здравствуйте, мама. А где Фарида? Здравствуй. Столько звал, а ее нет. Она ушла. Не понял. Больше не вернется. Thank you.
Сардорике, простите меня, если я вас обидела. Я думала о нашем ребенке и вынуждена была так поступить. Думала, может быть, вы изменитесь, полюбите своего ребенка. Но я ошибалась. Я не обижаюсь на вас. И вашу мать понимаю. Она мечтала женить вас на девушке из хорошей семьи. Не хочу быть лишней вашей жизни. Если даже поменяется ваше мнение, пожалуйста, не вспоминайте обо мне. Женитесь на Лоле. Она хорошая девушка. Я верю, что вы ее сделаете счастливой. Знаете, оказывается, женщина терпит все трудности. Но если с ее ребенком что-то случится, не выдерживает. Благословите меня. Прощайте. Yo'ldosh hozircha nochora men yengildim beri bardosh